Завтра, 21 июня, в Чебоксарах впервые пройдет культурный форум. Речь пойдет о процессах, которые сейчас происходят в этой отрасли. Как культура влияет на экономику, что думает об этом бизнес-сообщество и насколько оно готово вкладывать в развитие важной сферы. На форуме обсудят уже наработанные региональные практики, такие как промышленный туризм, школьные живые уроки. В числе экспертов и гостей – деятели культуры и искусства Чувашии, депутаты Госдумы, представители Общественной палаты России. Особое внимание дальнейшему развитию диалога культур России и Японии. В рамках форума пройдут круглые столы, семинары, лекции.